Продовжуємо обговорювати політичні підсумки тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, вітаю, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Добрий вечір. Ну, на вашу думку, чому Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду? І важливе питання, чи зможе зараз Кабмін ефективно працювати у цей час? Ну, на самом деле, це була ожидаема позиція парламенту, правящого більшості, остатків його. Продержать правительство еще подольше и подольше вообще всем продержаться у власти, поскольку понимают, что если в отставку пойдет правительство, то дальше надо назначать новое правительство, а сегодняшний состав Верховного Совета, он находится в прямой конфронтации с новым президентом, и он будет делать все для того, чтобы заблокировать работу. Поэтому это было ожидаемо. Понятно, что наша политическая сила проголосовала за отставку, поддержать заявление премьер-министра. И мы с удовольствием бы отправили в отставку все правительство и проголосовали бы за новый состав, потому что считаем, что правительство виновато в том экономическом кризисе, который произошел в стране. Ну, зараз можна помітити, до речі, що усі посадовці, що були при владі усі ці 5 років, уже ну, майже одностайно заявили, що вони йдуть боротися за місця у наступному складі Верховної Ради. Як ви вважаєте, чи можливо, що виборці дадуть їм ще один кредит довіри і довіри? Та наскільки взагалі може змінитися склад нової Верховної Ради? Бо зараз всі соцопитування показують, що люди хочуть змін таких докорінних, знаєте? Ви знаєте, от голосування по президенту... Это была такая политическая пощечина всем ветвям власти, которые уходят в стране. Это не только президенту страны Порошенко вырок, это и парламенту, который жил отдельным от страны жизнью и принимал какие-то имиджевые для себя вещи, не обращая внимания на нужды людей. Это правительству, которое хвалит само себя, а не живет реальной жизнью. То есть это всем вот такой приговор, который на самом деле вот люди вынесли. И я не верю, что правительство, я не верю, что чиновники или служащие, которые были все эти 5 лет и которые довели страну до нищеты, за них проголосуют люди. И вот мы это все видели на выборах президента. Я вважаю, що у них немає політичного будущего. В більшості своєму. Щойно я розповідав про останню соціологію. Ви один із лідерів парламентської тепер уже гонки. А чи правдиві повідомлення у ЗМІ, що опозиційні сили вже домовилися йти на вибори разом? Тоді, вірогідно, і результат буде більше. Ну, на самом деле, у нас була з самого початку позиція об'єднатися всім. І ми, коли об'єднялися з партією «За життя», це було в ноябрі минулого року, ми, в общем-то, і виконували требования избирателей наших людей, которые, не понимая всех тонкостей, ну и правильно, они говорили, что вы объединитесь все и едите единым оппозиционным фронтом. Наша идеология осталась прежней. Мы считаем, что все, кто разделяет идеологические позиции, должны объединиться. И объединение может быть только на базе идеологии. И должны идти единым оппозиционным фронтом, чтобы завершить отстранение сегодняшнего режима полностью от власти. Потому что более пагубное явление в истории нашей страны, наверное, не было, поскольку такого обнищания, такого пренебрежения нуждами людей, как прошло за последние 5 лет, у нас не было. Поэтому мы настроены на объединение. Місія МВФ цього тижня завершила роботу у Києві. Президент за результатами, напевно, цієї роботи цієї місії заявив, що співпраця буде продовжена і далі. Як ви вважаєте, от що можна і потрібно змінити у цьому співробітництві з Міжнародним валютним фондом? Нужно изменить одну принципиальную вещь. Нужно в первую очередь, когда берут кредиты, понимать, что они должны идти на интересы страны и не в ущерб интересам граждан страны. А если все это обкладывается такими условиями, как ухудшающими социальные выплаты, замораживающими зарплаты, повышающими тарифами, то я абсолютно убежден, что такое сотрудничество должно быть пересмотрено. А если МВФ, его бюрократы не согласятся на условия, то это сотрудничество должно быть прекращено. Потому что дальше загонять страну в этот тупик невозможно. Сегодня МВФ работает с 33 странами в мире. Из них 30 стран – это Африка. И только 3 страны – это мы, Македония, Босния, Герцеговина и Молдавия. Это можно считать, что мы Европа. Поэтому таких кабальных условий мы не можем терпеть. И мы обязаны пересмотрим эти условия.
Цього тижня трагічна новина прийшла до нас з Львівщини. Сталася чергова аварія на шахті. Президент навіть сьогодні скликав РНБО, щоб обговорити ситуацію в галузі. Як ви можете оцінити цю ситуацію? Що потрібно негайно робити, аби рятувати, у нас не гинули люди в шахтах? Я на самом деле считаю, что первое, что должна быть государственная политика по поддержке угольной отрасли. Государство должно четко следить за тем, чтобы в отрасли был порядок, чтобы платилась зарплата, чего не делается последние 5 лет, и это вообще жуткий позор, потому что такого не было никогда. Я не припомню, вот я был министром две каденции, я не припомню, чтобы у нас были задолженности людям, которые выполняют тяжелую, опасную работу. И это дикость, которую надо немедленно устранить. Второе, должны быть обеспечения техническое. Зарядка новых лав, средства защиты, финансирование соответствующее. Должна быть забота государства о шахтах. Потому что шахты и уголь – это одно из составляющих энергетической безопасности страны. И тогда все будет нормально. И, в принципе, когда государство заботится об этом, люди чувствуют эту заботу, и меньше аварий, меньше трагедий. Я считаю, что в первую очередь государственная политика. Зрозуміло. Я дякую вам за відповіді. Дякую, що знайшли час для спілкування. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання.